На успішне, ефективне майбутнє для українського бізнесу і всієї економіки націлена експортна стратегія країни. Про це під час презентації документу заявив перший віце-прем'єр-міністр, голова Мінекономрозвитку Степан Кубів. Натомість деякі експерти не поділяють оптимізму урядовців, заявляючи про сумнівність визначених пріоритетів. Обговорити напрями експертного розвитку України ми запросили до нашої студії віце-президента Торгово-промислової палати України Сергія Свистеля. Вітаю. Доброго дня. Отже, які галузі потрапили у перелік експортних пріоритетів і яким чином в уряді намагатимуться реалізувати заплановане? Наверное, вначале мне нужно сказать, что я все-таки разделяю ту позицию, которую вынес на обсуждение первый вице-премьер-министр Кубив. И должен сказать, что такая позиция – это не позиция одного человека, это позиция группы людей, которая работала и определяла. И кроме того, нужно определить, что это не есть как бы следствием каких-то домыслов или рассуждений по отдельным вопросам не специалистов. Есть методики, на основании которых определяются приоритетные области. И есть общие подходы и критерии, на основе которых выбираются приоритетные области. К их числу относятся такие важные вещи, как возможность динамичного развития страны, потому что не в каждую сферу, складывая средства, можно динамично развивать эту отрасль. Это возможности восприятия новых технологий и так далее. Есть к тому же такой же критерий, как это повлияет на малый и средний бизнес. Почему это важный вопрос для нас? Да потому что, если мы проведем сравнение с Европейским Союзом, то окажется, что 60% экспорт, до 60% экспортных возможностей в Европейском Союзе создаются малым и средним бизнесом. А как вы думаете, вот сколько у нас такой процент составляет? Не более 10%. У нас есть определенные перекосы, поэтому определенные отрасли нужно стимулировать для того, чтобы они развивались. И это тоже являлось критерием. И, кроме того, нужно оценивать и такой важный критерий, выбирать в соответствии с ним, как рынок реагирует, как мы продвигаем на рынок, что требует рынок. Поэтому эти критерии были выбраны не случайно, исходя из методических рекомендаций, исходя из подходов, что нужно делать. Но это совершенно не означает, что государство собирается препятствовать развитию какой-либо отрасли, если она не попала в этот список. Совершенно нет. Речь идет лишь только о выборе приоритета для того, чтобы подключалось к ним правительство и стимулировало определенным образом, но и в рамках своих возможностей развития этих направлений. Перспективными напрямками для вітчизняного экспорта визначені країни Євросоюзу, США, Китай, Туреччина, Індія, Ізраїль та Японія. Чи витримає конкуренцію українська продукція на цих ринках? І загалом, як Україні позбавитися від так званого сировинного статусу? А вот посмотрите, пожалуйста, как развивался Китай и достиг таких хороших экономических результатов. Какие страны и государства они поставили в качестве приоритетов для того, чтобы продвигать собственную продукцию? Это Соединенные Штаты и европейский рынок. И делалось это же ведь не случайно. Это делалось для того, чтобы стимулировать собственное развитие, собственной производственной базы и поставлять на рынок современную продукцию. И они достигли этого. Поэтому нам совершенно не нужно снижать планку, понижать ее, а ставить те задачи, которые будут для нас перспективными и необходимыми для решения. Что касается современного состояния дела, что мы действительно на 60% мы поставляем сырьевые товары, так нужно от этого, от этой модели отказываться и стимулировать как раз переход на более высокие технологии с большей дополнительной стоимостью товаров. Это и обозначено в качестве приоритета, собственно говоря. А чьи есть уже планы, как можно от этого избавиться? Ну, безусловно, стратегия, она предусматривает не только декларацию намерений, да, но и способ достижения цели. Это любая стратегия должна позволять. Для этого есть дорожная карта, которая, собственно говоря, является составной частью стратегии. Она приведена в разработке. Тоді як фінансуватиметься розвиток перспективних галузей і яка імовірність залучення крупного іноземного капіталу в експортоорієнтовані підприємства з високою саме доданою вартістю? Це дуже важливий вопрос по той причині, що продовжительне время наша управление в целом в государстве, вот такой важной отрасли, как управление экспортом или производством, находилось в заблуждении, что чем больше направлений мы поддерживаем, тем лучше для государства.
Государственное управление, как и любая система, в том числе даже и техническая, это система с ограниченными ресурсами. Только сосредоточив усилия на определенных областях, можно добиться хорошего результата. Не сделав этого, мы обречены на неудачу, мы не можем распылять средства. Поэтому речь идет прежде всего о том, чтобы сосредоточиться на ключевых направлениях, и если будут такие средства адекватными, как раз расходовать в первую очередь на эти направления. Но опять-таки это не означает, что частный бизнес не может развивать другие направления. Речь идет лишь о возможности приоритетного вложения средств в приоритетные отрасли в соответствии вот с настоящим пониманием такой стратегии. Фактично, на сьогодні ми не бачимо зацікавленості іноземних держав у наших продуктах з високою доданою вартістю. Саме сирєве, причетність України до сирєвого постачання цікавить найбільше наших партнерів за кордоном. Так от, якраз стратегія в цьому відношенні дуже важна. Стратегія предусматриває, коли ми обозначаємо ці пріоритетні області, це підказка для інвестора. Де буде допомагати государство? І воно ж буде допомагати не только вот в буквальном смысле каким-то финансированием. Да? Не всегда об этом, далеко не всегда идет речь об этом. Это подсказка инвестору для того, чтобы он вкладывал именно в это направление. Там будет совершенствоваться в первую очередь законодательная база. Будут создаваться соответствующие условия. И климат будет в этом отношении в первую очередь исправляться к лучшему. На вашу думку, чи не складається враження, що стратегія Мінекономрозвитку більше схожа на так званий майбутній план виконання? Адже у пріоритетах вже розвинуті галузі економіки і, направду, немає жодного якогось потенційно амбіційного плану? Ну, вы знаете, ведь на то и стратегия для того, чтобы она подсказывала, что делать завтра. Не сегодня. Сегодня мы уже ничего не исправим, да, потому что сегодняшнее положение дел было определено там вчерашним днем, да. Вот как мы понимали ситуацию, так и мы делали и поступали. Мы где-то переборщили, предоставив возможность крупным олигархическим структурам, возможность выбора стратегических направлений. Не подумали о том, что не развивается малый и средний бизнес. Я вначале сказал, всего лишь около 10% мы создаем экспортной продукции за счет малого и среднего бизнеса против порядка 60% в Европейском Союзе. Нужно исправлять ситуацию. И исправлять это грамотно, с учетом того опыта, который имеется за рубежом. Зачем нам самим наступать на грабли, если мы уже знаем, что на эти грабли кто-то наступил? Нужно учитывать те методики, те рекомендации, которые в мире уже были отработаны, и мы их пытаемся сейчас использовать. Ну и плюс к этому. Ведь никто не оставляет за портом стратегических таких исследований, совершенствований стратегии весь бизнес, который находится в Украине. Нужно самым активным образом включиться в доработку, подавать предложения, и тогда эти предложения можно будет рассмотреть. Критики на сегодняшний день совершенно недостаточно. Мы уже устали от этой критики. Нужно конструктивные предложения давать и улучшать ситуацию в Украине. А за каких умов может измениваться приоритетность направлений и какая вероятность перегляду экспортной стратегии? Причин может быть очень много. Да? Вот посмотрите на ситуацию, допустим, в Российской Федерации. Кто мог предположить 5 лет назад, что мы будем воевать с Российской Федерацией фактически, по факту? Да? Никто не мог предположить. Да? И, может быть, только отдельные аналитики могли такое предположить. Поэтому говорить о каком-то стратегическом партнере мы можем только на определенном отрезке времени. Точно так же и по другим государствам. Стратегия должна постоянно пересматриваться. Это не есть продукт статический, это продукт должен рассматриваться исключительно в динамике. И здесь важно, чтобы общество, причем профессионалы, которые владеют навыками, способностями и продолжительное время работали, принимали в этом участие. И поэтому важнейшее достояние вот этой стратегии, которая была предложена, как раз активизировать работу специалистов для того, чтобы получить необходимый набор таких предложений и уже дорабатывать учетом мнения там, общества и, естественно, профессионалов, работающих в этой области. Какие основные перепоны на сегодня для взросления экспорта?
Ну, на самом деле их достаточно много. Они кроются в нашей законодательной базе, и в ментальности, и в сложной конъюнктуре рынка, которая сложилась где-то даже не в нашу пользу. Перестроиться с российского рынка на другие рынки очень сложно в короткое время. Нужно работать на других рынках. И мы знаем прекрасно, у нас вот на сегодняшний день уже есть рост экспорта в Европейский Союз. Особенно третий, четвертый квартал прошлого года. И мы видим эту динамику, в этом году мы ее тоже увидим. Но это недостаточно для того, чтобы ту товарную массу, которую мы уже не можем продавать на российский рынок и СНГ, отдельные страны в силу запрещения транзита через Российскую Федерацию, продавать на других рынках. Здесь нужны такие консолидированные усилия, например, торгово-промышленная палата занимается сейчас отдельными странами африканского континента. Почему? Потому что для нас это очень перспективный рынок. Мы где-то здесь потеряли, и нужно наращивать. Мы нашу продукцию знают еще со времен Советского Союза. И тут не только нужно нарастить, тут восстановить нишу нужно, ту, которую потенциально имела Украина. І коли, на вашу думку, можна очікувати в Україні зростання економіки і все ж таки експорту? Давайте будем объективными. Рост уже начался. Мы имеем уже чуть-чуть больше 2% роста ВВП по результатам прошлого года. Да? А по результатам квартала даже больше. Поэтому говорить о том, что когда-то это будет в будущем, это неправильно. Лишь бы мы не создавали проблемы сами себе в экономике. Да? Это могут быть неадекватные решения экономические, это может быть игнорирование интересов бизнеса и так далее. А на самом деле рост идет. Для некоторых отраслей, особенно это промышленности, вот перестройка, даже по тем вопросам, там, связанным как с техническим регулированием, стандартами, да, для отдельно взятого предприятия может эта перестройка занимать 5-7 лет. Что же мы ждем от промышленного предприятия, которое специализировалось на какой-то комплексной продукции серьезной? Не может такое предприятие быстро перестроиться. Нужно техническое перевооружение, нужно применять другие стандарты. Это требует времени. В других отраслях, там, где мы говорим, допустим, о сельском хозяйстве, даже о сырьевой базе. Вот почему стали рассматриваться как сырьевой как бы придаток? Да проще всего переориентировать сырьевые товары на другие рынки. А остальные товары будут подтягиваться, другие категории товаров будут подтягиваться по мере того, как мы оказываем усилия в разных отраслях и в первую очередь приоритетных.